Видео я до этих по каналам. У меня следующее пошло, я не буду ее два раза вам крутить, поэтому прошу, что что-нибудь делайте, что у меня проблема. Эта женщина мне очень больно делает с детьми. Я отец. Я отец пятерых детей с одной, а четырех детей еще с другой. У меня 9 детей. Я не могу быть бессердечным, когда ребенок уже проснется, ее мама сказала, Хадаф уже писал туда, куда сейчас скоро нас оттуда уберут. Потому что мы преступники. Мы служим преступника, это хакара с Косово взяли эта женщина. Заслужить преступником, естественно, она попадет. Естественно, попадет этот парень, и еще кто с его каждый день звонит, Сомали, он попадет. Человек, который не мог бы устроить свою жизнь в 6 лет в Италии, это же хакера со страны, страна, как они занимаются нелегальной иммиграцией, с 10 до 20 тысяч, это только с одной проводники и другому дают. Половина потом затопит, а половина уже живим, когда приезжает до Европы или Америки, или Израиль, Канада. Одних делают наркозависимыми, чтобы они знали, кто им и откуда привез, и сколько они получили. А потом среди них даже делает охрана. Охрана, конечно, большинство из Балкана и страны Прибалтики, потому что это доверенные лица для них исламисты и самые преступные среди них, не всех, конечно, есть. Но, к большому сожалению, нам надо все заниматься хором. А наркотические средства привезут, и больше всего то, что снабжаешь наркотиком всего Евросоюза. И стыдно иногда даже, что в таких... Не буду называть городах, ты едешь, посмотришь, что валяется на красивая дорога, которая супер, жемчужная страна, наркоманы лежат. Но это никуда не годится, и с ними надо справиться. Это не самому Евросоюз имеет наркоманы, нет в Евросоюзе. Нету в Евросоюзе беспредел, нету Евросоюза, что это страна, которая... Принцип и тезисы европейской демократии – это защита прав и свобода гражданина. Но прав и свобода надо быть в законном порядке, в пределах, но не анархии. Не надо анархию выпустить. Они делают этого. Путин этого добьется, и Трамп, чтобы как быстрее спустить, как он забрал очень просто из Афганистана НАТО, чтобы... Готовиться, чтобы уничтожить навсегда Израиль, чтобы отдать с этим оружием возможность. Дорога открыли, два моста построили между Ираном и Афганистаном. Это Трамп. Посмотрите, это не беспредельщик. По заказам Путина, по заказам Ахмеда Карзая, по заказам Саида Ибрагима Раиси, по заказам Эмомали Рахману, брата Суркиса, брата Продуса, Путина Продуса. Они построили два моста. Это мосты, которые присоединили Афганистан с Ираном, чтобы попасть уже до Израиля. Чтобы объединить еще с собой Башара Асада, объединить туда Хамас, Хизбулла, Аль-Каида, Аль-Шабаб и все, и хором попасть на Израиль. Друзья, будущее Израиля, думайте, эта страна 1400 лет была вообще земля Израиля. Ну, земля евреев назвали. Название Израиля не имел. Но это была земля евреев. И сегодня нет. Там кусочек земли им остался. И на это хотят, чтобы их уничтожить. Не будут. Потому что это нация, которая под их возможности построена Америка и деньгами. Под их головой нашли дорогу на космос. Под их даже в России. А кто был Гагарин, Юрий? Еврей? А других? Все это делается красиво. Будьте счастливы. Думайте за эту женщину, которая она пытался мне через химические, бактериологические, инфекционные с радиоактивом придали двое женщин с Армении. Армения – это великий народ, великая нация, как моя мама сказала, когда я приехал в Советский Союз.
та Добросоветский союз при Горбачёве, она сказала: сынок, женись на армянке. Я говорю: почему, мама? Она говорит: это настоящий еврей. Вот и это настоящий еврей. Двое оказались сторонники Путина, которые они контрабандом привезут из Путина. У него ходил выход на Евросоюз очень просто. Он подкупил многих людей за дешевый газ, электроэнергию. Это украл Туркменистану, Казахстану, Украине и других и продал. А ворованные товары всегда дешевые. На нее можно построить свои шествия, которые будут ненадолго. Но и также урожай. А что делать с урожаем? Через моих друзей. Ну, евреи, ну а что поделаешь? Это нация, они везде есть. В их складах Путин в Украине складировал и ждали, когда будет возможность, чтобы контрабандом до моря и потом до Африка и страны Азии, и Европы, чтобы подкупить людей под названием «Урожай из России». Я бы гордился, что он был из России. Россияне – великий народ. Народ России. Уберите этого авантюриста. Не давайте ему. Изолируйте его. Поставьте сейчас. Я вам сотни раз сказал, что поставьте сейчас, устроите палаточный городок. В этот же палаточный городок только вы можете построить страна, что у вас будет президент здесь, вот в этой палатке выберет. Выберет в этой же палатке премьер-министр, спикер парламента, вместо этого гнезда Госдум России. В этой же палатке вы выберете силовых структур, как мы почти год не имели настоящего президента. Мы сами майдановцы его курировали. Убрали полиция, милиция, сделали полиция. Но, к большому сожалению, при Петру Алексеевичу опять они пришли с другой стороны. Под названием уже частная охрана и частный детектив. И час ушли в НАБУ. Ну, куда это годится, друзья? Преступники ты гоняешь, они опять. Почему? Потому что все это зависит от руководства. Есть руководство, как Зеленский, но Зеленский нету команды. Видите, такого, чтобы он бы на вся страна хватал его. Это был великий, великий театральный, успешный артист. Но он молодец. Он там изучал эту мафию. Там изучал мафию Путина, я имею в виду Янукович, Азаров, Медведчук и все. И как хитро и красиво к ним подходил. Они его платили под 400, 500, 300 гривен за сеанс ходили, который там 10 тысяч он собрал, 15, 20 тысяч. Вот там и как раз их изучал. Там были и коммунисты, и социалисты, и всяких оппозиций, кого хочешь. Они там сидели и получили удовольствие, а народ от голода стояли в очереди на баках. Чтобы с мусорный бак что-нибудь кто-то выкинет, может быть, свежий. Это стыд, это позор. Сегодня мы два раза революцию делали. И на первой революции, которой я был первым толкающим своим ребенком на шее, который у меня больше пострадал, Виниса, который мы подняли, от Виниса уже до Киева шло. 2004 год, который за это меня посадил, Путин дал уничтожить, его забрал все мои хозяйства, мои все, и заодно вот за меня убил военный атташе Афганистана Мохаммед Сабир Амири, который вот двое детей в Германии у него остался сиротом. И дальше уже пошел до моего судья, юриста Татьяна Васильевна Боровко, женщина, которая именно она мне по секрету сказала, что Путин сказал, пока я голову Гангаза не вижу, успокоиться не буду после того, когда он 1999 Путин, когда был представителем Совета Безопасности России, он дал указ уберите Вячеслава Максимовича Черновола. Его бросили под грузовой машину, и после этого его задушили, он был живой. И этим занимались Георгий
Русланович Гангадзе. А Георгий Русланович Гангадзе очень просто, видите как? Он говорит, вы будете кого-то другого убить и принесете мне просто фотографию, что это был Гангадзе. Нет, принесите его голову, что я бы успокоился, потому что он нас будет обналить. Именно он имеет с Ющенкой доступа до Европы, они нас просто опозорят на весь мир, мы не будем существовать. Вот так и делали. Голову принесли, Путин успокоился. Давайте мы бы видели, что Международный уголовный суд, трибунал, дали его на смерть, что мы его голову, если возможно, бы дали мне. Потому что он двое у меня убрал. Полностью через деньги Трампа, брата Суркиса, этого человека, который себе делали от него президентом Амеда Карзая, они платили, чтобы уничтожить моя семья. И делали. Мой сын на 50% уже парализован. Денис, еврей, одессит. Не буду простить Путина. Не буду простить Трампа. Пока я Трампа не вижу на международный суд, если вы хотите, мне поможете, пожалуйста. Мне здесь 200 гривен, 200 евро дают, которые это 200 евро. Я еще в долгах останусь у друзей, которые разбили их стекло, которое она продает телефоны и пополняет счеты. За пополнение счета моих, которые они мне дали кредит, вот и разбили их стекло в магазине. Это я вам дал видео. Посмотрите, пожалуйста. Там, где в это же видео, женщина говорит, что вы понимаете, что Путин 100 тысяч человек убил. И среди них были 7 тысяч в его области. Думайте. Не надо. Не надо пожалеть его. Его надо изолировать. Ни в коем случае не дайте, чтобы признали его, чтобы он легитимный, он никакой не легитимный. Он уже потерял 75 и 25 у него остался. Потому что если на 155 миллионов граждан России вы будете читать 87, это с подолом дубинки и автоматом, это ошибочно. Вот как раз он потерял 75% выбора в России. А на 25% мы его будем обналить, как только мы его будем изолировать. Отправляйте их посольство с всех стран домой. Будем ждать, это есть наказание больше, чем то, что вы и от них деньги берете или их санкции объявите. Когда вы с ним дипломатические отношения оторвете, он останется нулевой человек. Тогда будет у вас больше победа. Также Карзая, Ашраф Гани, Абдулла Абдулла, которые они вот полтора триллиона оставили, за это он построил ядерное оружие и ракетный комплекс Ирана. За это он сделал Рамазана Кадырова. За это он много чего-то, что он успешно уничтожит моих евреев в Украине. Не давайте. Будьте счастливы. И не думайте, что эта семья, которая надо мной живет в этот же адрес, там дети 4, они трусятся. Что-то с ними случится после того, когда уже раскрыли международные преступления. Но это они взяли ее заложники. Точно так же заложники взяли. Афганцам двое, которые меня в лагере держали под номером 120, это камп. И потом сюда перенесли в этот же номер. Мне вот приселили с Сомали, который человек тоже заложник. А он думает, что вот ему говорит, ему устроили все вот это тех, кто наркозависимый, останется, остальные убивают по дороге, это нелегалов. Потом их устроит работу, всех, женщина, мужчина, все. С минимальные документы, они под угрозом берут иммиграционные службы, социальные службы, кто документацией занимается, кто коммунальный. Все, вот они под их контролем пришли, все Евросоюз. Вот они, эти же люди,
делает вот таким, чтобы они не знали, откуда и по какой стране, через какой путь их привезли. Это раз. Во-вторых, если они кого-то убьют из противника Путина, Трампа, Омеда Карзея, брата Суркаса Путина и брата Продуса, брата Путина, это за ними они, ничего им не будет. Будет. И этот парень трусится, говорит, думает, что если я не буду отравить химическое средство, которое мне женщина дала через это двое армян от Путина, чтобы его отравить, мне просто с работы снимают и депортируют в Сомали. А если буду это делать, конечно, ему очень тяжело. Также Миши, вот представь себе, что Криса бросили в его... с лаборатории в его комнате, чтобы через него заразить его, потом заразить меня. Но этот бедный мальчик, посмотрите, я вам сюжет отправил, как он дверь закрыл, шкаф обувный, чтобы попустить эти же больные, зараженные этой крысой, мыши, через этот шкаф, чтобы вышли. Дверь постоянно оставит открытой, и они вышли в общий коридор. Но представь себе, они могут ко мне подойти. Ну а что это за дело? А мы все это спокойно видим. Нельзя. Я попросил, дал понятие директора этого лагеря, тот лагерь, который я закрыл, по моей просьбе они закрыли, и это дошло до... господина Шольца, надеюсь, что поэтому он подключил ко мне более 38 президентов мира и элиты мира. Спасибо ему. Но самому Олафа Шольца это же хакера мне не дают. Ни в Инстаграме, ни в мессенджере и ни в Фейсбуке. Их удаляют. Как только я выхожу, уже идет темная в эту полосу, где я называется отправить. Я не могу отправить, потому что Олафа Шольца пишется. Мы отправили ваши запросы к нему. Когда примет, тогда вы можете отправить. Представьте себе, что он мне отдал 38 элиты мира, в том числе и Байдена, и президента Украины, и всех. А сам Олафа Шольца меня не дают, чтобы к нему попасть. Вот при такой я живу в этой же подвале в 21 век, тысячи концлагерях, которые все финансируются через не только Трамп. Там много людей с республиканских есть, которые это финансируют. Европа, чтобы уничтожить Европу, уничтожить НАТО, уничтожить Евросоюз, тогда их победа будет на выборах. Да. Они уже пошли в каждый канал, YouTube-канал и Facebook откроешь, уже они открыто, бессовестно и недостойны эти каналы, которые фальшивые каналы, которые создали и финансируются со стороны Трампа и сторонники Трампа в Сенате. Они создали и хотят, чтобы унизить старую и новую команду демократической партии, в том числе Обама. Я вам не дам. Таких евреев, как Хадаф Абдул-Джалил из Афганистана, мама Лехсар, не пройдет, друзья Трампа, друзья Омеда Карзая, друзья, брата Суркаса или кого-нибудь, я вас обналил там, который у вас в ногах в Украине попадет. Это я сделал. А кто там в мире город Куличко будет, или кто-то, или Порошенко, или кто-то другой, что они герои? Нет, они не герои. Я у них в палатке стоял, а мне начальник палатки сказал: ну, Женя, ну ты здесь стоишь, но они преступники. Я говорю, почему? Они говорят, это тоже воры в законе. И Куличко ограбил стране, и он был мафия. И Порошенко ограбил полстраны. А мы стоим на их палатке в 2013-2014. Он сказал, не надо, не надо, мы найдем.
Конечно, если бы Анна Губкова была бы президентом, тогда это было великолепно. Это было чудо. Это Анна Губко, это женщина, которая с характером, любовь у него к Европе, Америке, Израилю высоко. И вот этого не выбрали. И не выбрали тогда, Зеленский тогда не был, потому что он на Майдане, знаю, стоял или не стоял, но он помогал мне, чтобы мой сюжет не депутатская деятельность депутата Продиуса, Продиус ВС депутат-рекетер, депутат регионал Продиус, засветился на бандитскую стрельбу в Ровенщине, где там был в Борштиновой или янтарной мафии Путина, который за драгоценные камни метал украинский янтар через гражданин Турция по имени Алибек. До сегодняшнего дня он огромный продает, и он его реализует. Но он его как капкан держит для господина этого президента Турции Эрдогана. Что как только испортится отношения, это курд. Это вот это курды, которые он ищет, Эрдоган. Вот как раз вот этот капкан он его построил, он есть этот он бывает, это Алибек, который торгует драгоценные камни, металлы, украинский янтарь по всему миру и деньги принесут Путину. Это он находится в Стамбуле постоянно, Катар, Оман, Дубай в Европе и других. Вот этот капкан ждет Эрдогану. Я сообщил ему, когда я был в Брюсселе. Официально бумага отдал. Будьте осторожны, когда к Путину идете. Путин для вас подготовил. Вот то, что вы сейчас, двух стран, которые пришли уже к НАТО, Швеция и Финляндия, вы их обвиняете, вы не там ищете, господин Эрдоган, эти курды. Мы видим, курды нормальные. А вот курды, которые Путина сделал миллиардером, помимо нефть, газ, электроэнергии, урожай и драгоценникам. Вот этого вы не видите. Я написал. Сказали, что через сутки будет ответ у вас. И сразу это хакера тогда в Брюсселе, когда мне после встречи с королем Бельгии, его величество Филипп, совершили после этого, они у меня 7 числа марта 2022 совершились на круглом столе, который за 22 года раскрыл все его международные преступления. И как раз вот через ровно 90 дней Путин сказал уничтожить ее. Они мне дали на руки Хамас. Хамас через это же хакера, только здесь Косово, а там Сербия.